Так, ну что, всем привет, с вами Марк. Сегодня продолжаем проходить DLC к Metro Exodus. И нам тут очень долго придется идти сейчас. Ой. Интересно. Ух. Так, не понял. Это кто? Так, я попал. Так, интересно, занесло. А, опять вы. Опять они будут нападать сейчас. О, господи. Понял, принял. Так, и чё? Так, откуда вылетит сейчас вопрос? Пока не про... Так, я попал. Нормально, но вот хп, хп, хп. У меня птичек нет. Это проблема, это проблема. О, попал. Ой, опять не то. Забывай кнопку перезарядки. Она тут другая. А чё, эти вылетать не будут, что ли? Чисто вот этот приколец сейчас будет выбегать. Хм, и где он? Тут, походу. Попал. Так, ну мы с вами живем. Так, ну патронов, слава богу, нормально. Походу, это будет очень долго. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, ну в таком случае лучше, конечно, стоять где-нибудь в центре. Он сквозь меня просто проходит и урон не наносит. Но это видно из-за того, что я по нему попадаю. Типа... Чё, дождь пошел? Вали. Ну... Перезарядка. Ой-ой-ой, что-то жутко становится как-то. Мы вообще выживем? Ух, как мне это не нравится. О, как мне это не нравится. Ну и где он? Так, и чё? Это как-то долго. Ну давай, давай, резче нападай. Ух. Ну да, только сказал, он вообще не вовремя напал. Ой, какой же кринж. Да, вообще не вовремя. Я был не готов. Так, давайте вот куда-нибудь в центр встанем. Блин, еще этот дождь мешает, ничего не видно. Так, ну и где? О, господи. Эх. Господи, чего не бояться? Да надоели. Откуда-то отсюда такой еще не выйдет сейчас. Дай читаем. Ух, как я его надамажил. Ой, господи, сколько это будет продолжаться. Но убежать мы отсюда не можем. Это будет спайк у нас, по сути. Такой. Да уж. У нас уже были бусфайты. Подобные. Сколько у тебя хп, бро? Типа серьезно, я уже сколько пяти попал. И дождь кого-то сильнее идет. Так, он где-то там. Так, сейчас замучусь. Так, извиняюсь, чихнул. Нет, 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 нет. А, он умер, что ли? Давай, 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 квадрат, квадрат. Все нормально. Фух. Ничего, он подлетел. Все. Изи. Все уничтожили. Так, нас перекинуло, и у нас идет... Подожди, нам же сюда? Ну, типа того. Типа нам куда-то сюда. Ой. Это буря ваша веселая. О, дождь. Все. Тут уже не идет. Господи, кто там орет? Боже, это мертвый? Ну да. Так, ну тут такое ощущение, что лучше не ходить. Давайте попробуем обойти это место.
заброшенная. Что мне не нравится. Так, ну нам остается. А, тут, ну конечно. А, подожди. Что, серьезно, у нас фильтры закончились? Подожди, а как там. А, вовсе, открыл рюкзак. Так, я забыл, как нам. А, вот все собрать. Последний вздох. Приз получен. Все, я думаю, этого нам хватит. Одевай, одевай, давай. Все, молодец. Все, вот я и скрафтил, наконец-таки. Последний вздох. Это я прям успел, короче, за секунду. Я так понял. Или что? Или в чем-то суть ачивки? Ой, какой тут ужас. Что тут происходит? Ну, видите, у нас ресурсов очень много нафармлено, так что с этим проблем нет. Так, но тут будут зато проблемы другие. Вот такие, например. Он еще и не умер. Тихо. Пошел вон. Ой, их тут что-то многовато. У нас патроны заканчиваются. Бежим. Просто бежим вперед, короче. Попробуем пробежать. Ага, это кстати. Ой, это что? Тут что-то есть. Можно что-то врубить тут. Дневник наблюдений, дальний пост, важно. Видим бывшего капитана. Вооружен, движется на восток. Ага. Нас не подозревает, сообщили на базу. Ждем группу захвата. Да настой нам, группа! Уйдет же! Действовать надо! Сейчас ты слева, я справа, берем его тепленько. Короче, понятно. И он умрет. Ты без этого трепача скоро и жопу подтереть не сможешь. Он же не рассказал конкретно, как что делать. Надо было Клима вызвать. Он бы по делу приказал. Ну, короче, понятно. Короче, ясно, у них там. О, даже отсюда слышно. Я ненавижу эти моменты. Что это было сейчас? Ты типа мина была или что? Так, а чё сейчас не прилетело? Удивительно. Так. Это то, что нам не нужно. Все, минус один. Так, а нам куда? Нам. А, нам сюда прям. Ну тогда и бежим. Просто бежим. Так, это заберем. Супер. Проблема. Доплыть надо как-то. А, не, нам сюда. Ой. Тут глубоко, серьезно? Вот тут глубоко? В рофлите? Эд, Сэм Эгейн. Я на месте. Принято, Эд. Конец связи. А я жду. Так, нам тупо здесь оставаться, реально просто ждать? Ой. Да уйди ты. Я ж тебя выстрелил уже миллиард раз. Он бессмертный? Держись, Сэм. Скоро подойду. Ну, вот этот умереть должен уже. Наконец-то. Патроны, патроны. Так, надо, может, дробаш взять. А, у нас дробаш есть. Все, выжили. Так, быстрое сохранение сделаем. Вот он. Капитан. Здрасте. Давай, открывай. Здорово. Ты как ушел, мутанты как полезли, целая стая. Еле ушел. Да, опасные здесь места. Нет, точно. Угу. Твой костюм, Эд. Спасибо, сейчас я его нацеплю. Подержи-ка, я мигом. Давай. Как он там?
вспомнил. Ну вот, норматив уложился. Даже помню, да, какой норматив. Готов отправиться в логово зверя? Изи. Всегда готов. Как пойдем? До самой цели можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатопка. Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Угу. Держи план. Тут обозначено все, что я знаю. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Окей. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. Что? Чего, чего? Здоровенные пауки накапливают заряд и потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключают. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только зажигательными работать. Хорошо. Спасибо за информацию. Только новых здоровенных пауков мне и не хватало. Пожалуйста. Но всем приехали. Видишь ворота? Нам туда. Ага, ну вижу. Значит, давай, я работай. Запускаю генератор и грузим топливо и уходим. Точно так. Но... Удачи. Ага. Понял. Чё там, кто-то пробежал сейчас? А, это пауки. Я вспомнил. Вот. Ой. Ой. Ух. Ух. Жестко. I'm fine. Все равно там ничего хорошего нет. Got it. Спасибо. Ой, это верстак. Не, верстак сейчас нам не нужен. Так, и вот это. Подожди, а мы с ним или мы там разделяемся? Он говорил что-то. А, вот, кстати, эти. Попробовать стоило! Так, или что, или мне к нему? Не пойди мне к нему. Мы же активируем. Я просто он что-то говорит, что мы там разделимся. Я что-то не прослушал, если честно, этот момент. Ой, подожди, так это тоже, вот я забыл. А подожди, что он не берется? Вот, что он почему-то не берется. Чтобы нам потом не крафтить. Или что мне надо сделать-то? Подожди, что-то я запутался. Просто там идти можно только откуда паук вылез. Так, ну. Запрыгни, спасибо. Или там дверь откроется сейчас. Подожди. Давай посмотрим. Но она закрыта. Так и знал, закрыта. Держу тело один. А, ну можешь все залезть. А, реально сюда. Я не верил. Ой. Ага. И тут у нас что? Электропаук, что ли, где-то был? Показалось. А вот тут мне не показалось. Это чё? Это вообще нормально? Ну куда ты стреляешь? Вон, давайте просто пробежим его. Ой. Фак. А? Фак, Элли, говорю, надо было взять. Точно, пригодились бы. Реально. Так, заперто, заперто, не заперто. Ух.
домой. Блин. Там с ними, блин, проблемы будут. Уж патроны бы где-нибудь найти. Так, и чё нам, куда теперь? Наверх? По идее, сюда. Ой, как страшно. Так. Ой. Эд, я в генератору. Да нашел. Понял. Сейчас мы только заберем. Это он же? Ой. Отлично, сэр. Ворота открываются. Я пойду по туннелю, а ты спускайся на лифте. Иду к главному каналу. Топливо там. Окей. Угу. Блин, убить было. Дроби заканчиваются. Ой, кринж. Блин, ничего еще не видно. Не, его-то видно. Так, подожди, на этом у нас остались патры. Не, лучше уже дробаш тогда позавязать. Ой. Подожди, бро. А, я его убил. Все. Все, едем дальше. Надеемся, их больше не будет. Этих электропауков. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Блин, даже не дают взять. Место проклятое. Вообще с такой радиацией данной аномалии иметь неудивительно. Это точно. Чё, нам сюда? Господи, какие тут проходы, конечно. Ух. Так, ну нам сюда. Вау. О, здорово. Окей. Так, все, я патроны там взял. Тут вроде ничего нет. О. Отлично. Ой, это же просто фонарик. Какой фонарик? Че, сказал, лампа, короче, поняли. Ой. Тихо-тихо. Блин, убить бы его, но подходить к нему опасно. Естественно. А что, у нас выбор есть. Ой. А нам, походу, габелла. А, у меня патроны закончились. Так, давай сначала обычных убьем. Тихо, беги, 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 беги. Все хорошо. Блин. Патроны закончились. А, нет, патроны не закончились. Я, если честно, я ничего не вижу. Ну все, мне габелла. Я не вижу. Вот тут кто-то есть. Они меня раздражают, что они не умирают. Не очень живучие. Да надоели. Ой. Это будет хардкорно. Это будет как минимум хардкорно. Да. Я не понимаю, но там вообще не видно их, во-первых. Во-вторых, у меня не так много патронов. Где патроны, по идее, можем скрафтить. Чисто теоретически. О, хорошо, что здесь засейвилось.
Ой. Чё, всё у меня закончилось? Так, давайте попробуем тактику галактику. Ой. Попал он по ним. Он, походу, по ним попал. Не надо. Не надо так делать. Не рекомендуется. Вот серьезно. Блин, у нас аптечек-то, по-моему, нет, да? Блин. Перезарядка. Нам еще от этого просто надо убегать. Одновременно. Так, фильтр. С фильтрами у нас вроде порядок, слава богу. А вот и закончились патроны. Может быть, их попробовать создать? Как вариант. Можешь попробовать. Это, этих-то я так могу убить. В принципе. Но проблема. Они бесконечно тут будут бегать, интересно? Как будто он один остался, да? Нет. Они опять тут. Угу. Знаете, а если я к ним подойду? Он будет убегать. Я правильно понимаю, что я его просто так не убью? Нам уйти вообще надо было. Ты же где я? Я не понимаю, где я. Блин. Потому что не работает свет. Блин, он опять здесь. О, его замочил, все. Наконец-то. Домой. Господи, наконец-то. Да было тяжело. Патронов-то у нас нет. Че, без них будем пытаться? Так, давайте быстро... Ой, не то, быстрое сохранение сделаем. Что я не хочу паука дальше перепроходить. Ой. Еще один третий раз, знаете. Ясно это. I'm on it. Окей. А вот и сохранение, кстати. Автоматическое уже. Ох. Ох, как хорошо. Вот и патроны. Не, их вообще, по идее, можно... Я просто не помню, там, по-моему, вот в рюкзаке, короче, нельзя, по-моему, скрафтить. Или можно? Ну, на этом... На столе крафта точно можно. Работаем. Так. А, это есть топливо. А, там чел сидит. Неживой, к сожалению. О, господи. И опять без света. Эти клоуны. Не, вас я вручную буду убивать. А вон он. Соизволил к нам подняться, слушай. Тихо. А чё, фильтр надо поменять? Чем дышит так? Все. Чё, он сзади уже, нет? Где он? Пошел вон. А, вон он. Бежим. Это вопрос, сколько у него хп? Подожди, я не видел, а у нас дроби 6 всего лишь дробей. Да я понял уже. Господи, а где он? Подожди, а где он реально при... А, вон она. Ну, он реально спрятался. Сейчас больно будет, походу. Ладно, этого убьем, чтобы не мешал. Так, ну я уже нормально попал. А, через вентиляцию.
Понятно. Последняя дробь. Давай, 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 давай. И беги, беги. Ой, господи, этот идет. Это мы так убьем. Все? Все? Нормально? Хэппи-энд. Ну, без света реально тяжело. Просто еще ведь, ну, ночью играю. Поэтому реально тяжело видно в темноте тут. И что, сейчас все бабахнет? Ты издеваешься? О, как я надамажил. Блин. Да вы надоели уже. Все валяются уже тут. А чё, все мне патрон? Нет, все убил. Через патроны у меня реально проблема. Чё он там валяется? Что ты тут дергаешься? Домой. Ну, я понял. Вот это было неприятно. Эд, я живой, а вот лифт нет. Ничего, главное, жив, прорвемся. Ищи выход в вентиляцию, по ней поднимешься ко мне. Господи. Понял. Вот вроде казалось бы, да, немного осталось, чтобы до него дойти, и по итогу опять какое-то приключение. Веселое. Приключение без патронов. Нормально. Иди здесь хоть что-нибудь будет. Сгодится. Да иди ты. Блин, я ничего не вижу из-за него. Много всяких клоунов. Это единственное, что я вижу. Давай. Уйди. Клоун. Умри. Фух. Так. Ничего, я, конечно, пробежал там. Так, и вот тут что-то еще должно быть. Все, идем дальше. Ага, пригодится. Че, куда мне идти? Выбрался я. Так, подожди-ка. Вообще по логике надо эту штуку остановить. А, я понял. Спасибо. Чего? Подожди, чисто фи... Я не понял. Окей, я не понял, как меня убило, если оно уже устанавливалось. Ой, эти ваши игры. Это, конечно, гениально. Ладно, ждем, пока полностью остановится. Так, а у меня чё по патронам? Все очень грустно. А, нет, ну тут есть. Ладно, ждем полную. Все. Блин, это обычная опять. Ну, кстати, электричество не такое уж и страшное. Я думал, он меня вообще убивать будет. Кто тут? Уйди. Уйди, пожалуйста. Ой, господи. Ладно. Проще сделаем. Так. Окей, тут мы разобрались.
хорошо. А, нам сюда, господи. Фух. Честно говоря, я думал, будет полегче. Я тоже. Пауки-то уже были слишком, really. Ненавижу эту гадость. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. Из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю, Сан. Спасибо. Не за что. Душно в этой резине. Это точно. Что теперь, Ред? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Том, это Сэм. Стержни у нас. Направляемся к доку. Отлично. Мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо. Будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Окей. Готово. Отлично. Значит, полный вперед. Фух. Ну и что теперь? Ну, походу, мы приходим к концу. Я, кстати, отлично понимаю, отчего люди готовы идти за Томом. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации – чушь. Но я не могу даже сказать, что ненавижу его. Угу. Клим с его зверствами – другое дело. Но решает все не Клим, а Том. Угу, понял. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Семенов? До сих пор на воротах? Да ладно. Так точно. Ну, отворяй, раз такое дело. Есть отворять, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Подожди, чего у него рация провалилась сквозь текстуру или что сейчас? Сэм, я что-то показал. Пока еще есть время, прошу меня выслушать. Угу. Давай. Ты хороший парень. Честный, правильный. С первой минуты себя как человек повел. Ты не думай, я не забыл. Поэтому скажу как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу. Я уже говорил, какой это риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. А теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут. Ты же Тома доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И, кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого, Сэм. Спасибо за доверие, Эд. Я не подведу. Так, ладно. План капкан. Ну, сюжетный поворот. Куда же без этого? Ну, хорошо. Доплыли мы. Сейчас нас ждет самое интересное. Просто не верится. Ха-ха. Ничего, Алексей, живой! Вижу, вижу. Надеюсь, договоритесь вы с Томом. Он таки неплохой мужик. Ладно, мы к Тому. Увидимся еще.
помощи, товарищ капитан. Так, ну но что? Сэм, надеюсь, ты примешь правильное решение. Ну, не знаю, не знаю. Так, чё, мы за ним идем? Ну? Али, он первый? Давай. Товарищ капитан, разрешите мне? Угу. Так, окей. Обыскивать даже не стали. Или будут сейчас? Как-то ты неловко выглядел сейчас, если честно. Так. Ага. Ну что? Ну, заходи. Не спеши. Сначала пушку и карманы покажи. Что за херня тут творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас. Так точно. Прошу прощения, товарищ капитан. Очень рад вас видеть. И я тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. Как дела у тебя? Не женился? Спасибо, пока нет, товарищ капитан. Времени нет. Я тут а ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Ну давай обыскивай его уже. Через сквозь текстуру прям. Молодец. Этого тоже обыскать надо. Это лишнее, сам мачое. Рад видеть, Сэм. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает. Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ну, мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Угу. Что там происходит? Чего? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Клин. Что? А чё, он начал стрелять, что ли? Всем на борту внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками. Угу. Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит. Думал, я не добру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал, но ты себя послушай. Сияющий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Весь мир ядерной пушкой на фон взять и сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять, всем на твою пушку и понты будет плюнуть и растереть, понял? Но я порожняк знать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстабен коксака! Ух. А я ведь предупреждал. Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки.
Том, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужна отвлекающая маневра. Угу. Так, и что же? Сделаем? Организуем, сделаем. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожен. Угу. Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. Спасибо. Ой. Чё нам сюда? Сейчас заберем лут. Что там еще было? А вот еще. Отлично. Так, а куда нам идти? Тут эти сидят. А, нам сюда, что ли? Или что, подожди. Мятежники! Приказываю вам немедленно сложить оружие и сдаваться. Угу. Ваш переворот провалился. Подводная лодка в наших руках. И порядок будет восстановлен. Мятежники? Мятежники? Ты, значит, себя уже в законные правители записал? Всем внимание! Любого, кто попытается помешать выполнению ваших приказов, кто хоть шевельнется, хоть посмотрит косо, расстреливать на месте. Без пощады. Если враг не сдается, его уничтожают. Угу. А куда нам идти? Мятежники! Охрана начинает восстановление порядка. Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, вам не причинят вреда. Любое сопротивление будет подавляться силой. У меня же вон голова торчит. А, нам сюда. Все, понял. Вопросов нет. Ты куда? Где? Ты чё? Так, ну с патронами, я так понимаю, проблем тебе не будет. Судя по всему. Так, давайте быстренько их утонем тут. Ой, а чё я падаю? Как я чё упал? Нормально. Бежим, бежим, бежим. Так, а куда нам? Куда нам теперь? А, сюда. Захожу в электростейшн. Электростейшн. На. Домой. Так, а что делать надо? Так, ну нам, естественно, не сюда. Так и не сюда. Чего? Домой? Ой. А, вот спуститься, господи. А, ты уже тут? Согласен. Пусть отдыхает. Мне нравятся эти фразы, которые они выдают. Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Так что сдавайся, пока мы не видим всех твоих сообщников. Как интересно. Вы сидите в этой жестянке, как загнанные крысы, а я должен сдаваться? Да у тебя крыса поехала. Сейчас проверим, приведет. Ух. Занять все прорыв, очень понравилось. Прям жаль, что больше не осталось. Мы только что вскрыли последний цикл патронов. Когда он кончится, придется задраивать руки. С этого момента ты останешься без поддержки. Так что будь осторожен. Окей. Вы сможете взрывать моих людей?
и тебе это с рук сойдет! Игра сразу шла по-крупному, но ты только что понял... О, господи, как они надоели уже. Серьезно. Конфликты, которые мы заслужили. Перезарядка, какой ужас. Откуда он? Снизу, что ли? Ну и наплевать. Просто бежим. Ну, был сразу его рукопашку брать. Ой, фу, стреляешь тут. Что за прикол? Че в рукопашку мог взять? Все, номер. А как ты не умираешь? О. Тихо. Я живу. Все, нормально живем. Ничего ж че. А, чел там делал, я думал, чел залагал. У меня тоже перезарядка, если честно. Нет! Я думал, он умер. Все, домой. Нет, не домой. Теперь тут ты так просто не пробежишь, их что-то слишком много. Пацаны, откуда вы беретесь? Чего вас так много? Так, все, сейчас, по идее, патрон должен быть. Да. Так, теперь нам сюда. Фух. Че, вниз? Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Бля, и за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте тутулых! Как они закончат с туристом, принесите мне его череп. Мне нужна новая пепельница. Пепельница? Ха, какое клише. Реально. А, не этих. А, они ловушки брали, не территы. Решили, так сказать, воспользоваться козырем. Козырь в рукаве, так сказать. Ну и чё? Да я их в рукопашку могу раскидать. Мне не сложно. Блин, они раздражают, что они еще и кидаются там. Чё-то их много. Да блин, перезаряжайся быстрей. Да уж. До свидания. Что? Как вы живете? На. Домой. Угу. Все? Закончились? Ваши ребята. Вроде закончились. А нет, не закончились, слушай. На тебе. Чисто сгорел. Блин, они там выжили все-таки. А это уже и не важно. Заперто. Зря ты к нам приехал. Сейчас мы это и проверим. Зря ли. Блин. Я хотел, чтобы взорвалось. Ух. Добавим огоньку, как говорится. На тебе. Такое, бля! Вот он, стреляйте! Мочите козла!
Ничего себе. Жестко. Так, что тут отхилимся пока. Ой. А я поплыл. Походу. Ну почти. Нет, 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 нет. Каким образом? Я не понимаю. Как это произошло сейчас? Так, ладно, давайте удерживаем. Так, все. Тут уже сгорел. Все, нормально, живем. Ух. Ничего у них там весело. Да хорошо, хорошо. Я тебя понял. Ну! Чё не взрывается? Домой. На тебе. Живем. Пушим. Домой. Клоун. Домой. Блин, там сверху. На. Не дождешься. Хорошо. Хорошо, хорошо. Не знаю, так не знаю. Отлично. Поспи, братишка. Реально поспи. Так, все, наверх. Так, Лим, ты крепкий бастард. Ух. Лады, сдаюсь я. Достал таки, сука. Загнал пиндос, как зверя в клетку. Ты есть зверь, но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. Сам, они режут люк, скорее открывай ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Гол, не вперед, гол, гол, гол. Ю-ху! Сюрприз, падла. Я уже заранее, как всегда, жму квадрат. Убить вон было сразу, ну чё, Сэм затупил жестко, объективно. Я жму, а не нужно нажать, да, это понимаю. Ты ему еще автомат отдал, хорош. Сука. Сейчас я тебе... Кусы, какой же ты сильный, реально. А. Пока. Ух. Ну и удачи. Фух.
Осталось как-то спастись. Бастерс. Давай, давай. Подожди. Чёртова лодка. Так, либо взорвать. Нет. Отключаться рано. Нет. Последний герой, нет. Я решу, что нет. Да, я знаю, я знал заранее, что будет две концовки. Я выберу, что все-таки выжить. Да, там можно было взорвать. Короче, чисто теоретически можем посмотреть две концовки. Сейчас посмотрим. По идее, через сохранение можно будет загрузиться. Прости, Эд, но я не мог поступить иначе. Ух. Так. Ну я бы, если честно, выбрал эту концовку. Все-таки мы шли к цели, и что, ее бросать, что ли? Мы можем посмотреть вторую, на самом деле. Тут, в отличие от оригинала, тут можно хотя бы выбрать ее. Да, там-то надо было... Там зависело от прохождения в оригинале. Так. Ух. В Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку, новой ядерной войны не случится, старый мир мертв. На трубе всего лишь добавится язва. Mm-hmm. Никакая сена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно если платить за него буду не я. Ух. Надежда увидеть отца. Все, что у меня осталось. Все, о чем я мечтал. Все эти годы. Угу. Ну все, хэппи-энд такой. Мне кажется, это должна быть правильной концовкой, потому что, опять же, он же шел к этой цели. Конечно, можно было второй вариант выбрать, но это тупо, мне кажется. Слишком уж. Ух. И такие красивые кадры. Так, ну чё, на этом все. Ну, не знаю, на самом деле мы, по идее, не успеем посмотреть вторую концовку. Поэтому... Наверное, мы ее и не посмотрим. Да, все, титры пошли, мы их скипнем. Ну, хорошее DLC, мне понравилось. Оно было больше к основной игре, было похоже, чем в первой DLC, которую мы проходили. Первый DLC было чисто таким сюжетным. Вот, а это, ну, такой больше геймплейное даже. Ну что ж, ладно, мы не будем смотреть тогда вторую концовку. В общем, с вами был Марк, и всем пока.